Здравствуйте, друзья! Я обещал вам, что мы сегодня встречаем нашего гостя в аэропорту Сан-Франциско. И вот эта шапочка, которая у меня теперь новая, это не просто шлем и не то, чтобы я водил мотоцикл, но мы на этот шлем установим камеру вот прямо вот сюда, между рогами. У меня будет камера, мы приделаем, и я буду вот так ходить и снимать на дорогах, в автомобилях, буду пугать людей, эпатировать. Вот на меня сейчас весь этот аэропорт смотрит, думает, что за странный парниша такой. Вот. Ну и я хотел порадовать вас как бы вот общим видом этого всего и тем, что у нас такие вот гости бывают, ребята, больше таких шапок не надо, одна уже есть. Вот, и так, я думаю, что вам это как бы для фану, для радости, для хорошего настроения. Так что привет вам из аэропорта Сан-Франциско.